В ночное время по сигналу жителей и по инициативе Министерства потребительского рынка в рамках губернаторской программы «Алкоконтроль» прошла контрольная закупка в одном из круглосуточных магазинов поселка совхоз имени Ленина, расположенном на 22-м километре Каширского шоссе. Загляните, пожалуйста. Вот она, пожалуйста, стоит. Доставайте, не бойтесь. Продавец магазина не признавала свою вину, требуя показать чек на покупку. Хотя до этого при продаже алкоголя была сама любезность. 650 рублей давайте за коньяк. Один только есть французский стандарт, машины нету. Да, в машине есть. Смотри, потому что в кошельке у нас не просто. А что есть еще? Все, вышел. Вообще алкоголь никакого. Водка есть еще, опять. Может, водку возьмем? Давайте водки тогда, да. А сколько водки? Есть 350, есть 380. Давайте как раз 350. Ребят, только спрячьте. Как у вас спрятанности. Нормально? Нет, ненормальное. Придете за повтором. Весь алкоголь, который находился в данном магазине, включая тот, который находился на складе, был изъят. Также проверяющими было выявлено отсутствие лицензии на продажу алкоголя. По факту рейда был составлен протокол, данные которого будут переданы в суд. Виновных привлекут к административной ответственности. Подводя итоги рейда, Роман Харланов, заместитель начальника управления экономики и потребительского рынка администрации Ленинского района, отметил, что в последнее время такие выездные проверки проходят регулярно. Инициаторами в большинстве случаев являются жители муниципалитета. На прошлой неделе город Видное с таким визитом посетил лично министр потребительского рынка, который выявил несколько магазинов, торгующих алкоголем в ночное время, в том числе крепкими напитками. Это достаточно серьезное нарушение. Если в ходе проверки выявляется факт продажи алкоголя после 23 часов, то магазину грозит лишение лицензии. И впоследствии получить вновь разрешение на право торговли достаточно проблематично. Кроме того, предприниматель лишается всей алкогольной продукции. Роман Харланов призвал всех предпринимателей соблюдать закон, чтобы сохранить свой товар и репутацию.